Саратовского коммуниста подозревают в воровстве. Александра Анидалова, первого секретаря горкома КПРФ и помощника депутата Госдумы Валерия Рашкина могут обвинить в хищении газет из подъезда жилого дома в Москве. Кража 8 тысяч экземпляров одного из столичных изданий произошла в районе Жулебино. Преступление зафиксировали камеры наружного наблюдения в подъезде. Ольга Алимова, первый секретарь обкома КПРФ, заявила, что это провокация. Однако полицейские распознали в злоумышленнике именно Александра Анидалова. По предварительной информации, в украденном тираже были опубликованы предвыборные агитационные материалы кандидата от одной из партий соперниц коммунистов. Напомню, 14 сентября состоятся выборы в Московскую городскую думу. Анидалов в этом случае выступает как вор. А воры, в общем-то, люди, в общем-то, малоуважаемые. Более того, значит, я думаю, что «Справедливая Россия», а он украл газету «Справедливая Россия», должна все-таки как-то компенсировать моральный ущерб Анидалову, чем весьма солидно, потому что он сделал такой пиар мощный, что вот наши газеты, они пользуются таким бешеным успехом у наших конкурентов, их воруют, утаскивают их целыми тысячами.